Центр тувинской культуры проведет международный конкурс «Кыргыра-2021». Мероприятие посетят сразу четырем событиям. Столетию ТНР, 120-летию народного хумижи Кыргыза-Сорокту, 80-летнему юбилею Эрзинского района и Дню Хумея. Состязание пройдет в дистанционном режиме. Конкурсы по хумею и сыгыту уже проводили. Теперь на очереди Кыргыра. В этом году мероприятие посвятили не только столетию ТНР, но и человеку, который стоял у истоков древнего искусства – Кыргыз-Сорокту. Именно его стиль исполнения является эталоном, и многие стараются звучать как он. Участникам предстоит непростая задача. Онлайн конкурс именно вот в виде Кыргыра – это впервые. Как могут, сколько приемов он может исполнить в виде Кыргыра, вот это важно. И для развития тоже, для молодых поколений. Участие может принять любой желающий старше 18 лет. Время выступления не более 5 минут. Репертуар должен отличаться новизной текста, аккомпанемент только на национальных инструментах. И конкурсант обязательно должен быть в национальной одежде своего народа. Организаторы ожидают, что участие примут не только жители республики, но и других стран. В конкурсах по хумею и сыгыту, например, выступали исполнители из США и Европы. Думаем, что более 50 участников будет участвовать и за рубежом, и из разных регионов тоже, и, конечно, из республики Тува. Заявки на участие и видеоматериалы принимают до 13 августа. 17 августа станут известны имена победителей конкурса. В составе жюри народные хумижи и заслуженные артисты республики. На сегодняшний день заявку на участие отправили представители таких стран, как Австрия и Америка. Призовой фонд 100 000 рублей. Идагел Нандан, Владимир Дангак, Вести Тува.